Вы смотрите программу «Место происшествия», в студии Антон Желонкин. Здравствуйте! Погони за нарушителями, задержание нетрезвых водителей и крупные аварии – все это в нашей сегодняшней программе. А если свидетелем происшествия стали вы, то сообщайте нам об этом по телефону редакции 70 13 70. Давайте делать программу вместе! Под 200 км в час по Кольскому проспекту, не обращая внимания на запрещающие сигналы светофора. Я не понимаю, на каком основании вы меня насильно ставите в автомобиль? Сотрудникам полиции пришлось погоняться за нетрезвым водителем. Я присяду, проходить, но только после того, как допью свой напиток. А потом силой усаживать его в патрульный автомобиль. Несоблюдение правил дорожного движения и откровенное игнорирование требований дорожных знаков привело к аварии. Из этой аварии никто не пострадал. При проверке документов сотрудникам полиции было выяснено, что водитель автомобиля Porsche Cayenne был лишен водительских прав. После ДТП один из автомобилей только чудом не влетел в остановку, на которой находилось много людей. Шокирующее преступление в Апатитах. Мужчине надоел сильный плач ребенка, и он, чтобы успокоить девочку, посадил ее на межкомнатную дверь. Посадил ее сюда, вот так вот, ну и держал ее. Вроде она чуть-чуть помолчала. В итоге ребенок упал с высоты почти 2 метра. Под 200 км в час по Кольскому проспекту в нетрезвом виде, не обращая внимания на запрещающие сигналы светофора. Ранним утром сотрудникам 3-го взвода отдельного батальона ДПС пришлось погоняться за нарушителем на «Вольво». В дежурную часть отдельного батальона ДПС позвонили случайные свидетели, которые сообщили, что за рулем белоснежной «Вольво» находится водитель в нетрезвом виде. Он едет от увеселительного заведения в сторону города. Сотрудники ДПС заметили эту иномарку на перекрестке проспекта Кольский, улиц Беринга и Баумана. Там и началась погоня. На требования полицейских об остановке водитель не реагировал, а наоборот только увеличивал скорость. Задержать нарушителя удалось только в районе улицы Героев Рыбачьих. Я не понимаю, на каком основании вы меня насильно усаживаете в автомобиль? Я что, сопротивляюсь? Вы мне отказываете выполнить мои законные требования. Какое законное требование? Выйти из автомобиля. Ваше законное требование – выйти из автомобиля. Я вышел из автомобиля. Я не обязан садиться в ваш автомобиль. Вежливо разговариваем. Вы это слышите? У вас есть признаки. Ваше закон. И что? Да, я согласен с этим. Я не отрицаю. Документов у вас нет. Вы сейчас будете доставлены в райотдел для восстановления личности. Однако проехать в райотдел нарушитель по своей воле не захотел, поэтому к нему пришлось применить силу. Еще раз говорю, я присяду. Проходи. Но только после того, как допью свой напиток. В машине допью. Не хочу в машине. У нас не бар. Нетрезвый водитель, факт опьянения позднее был подтвержден в стенах наркологического диспансера, все-таки был закован в наручники и доставлен в Первомайский районный отдел МВД. А его автомобиль отправился на штрафстоянку. Теперь по закону молодому человеку, который представился военнослужащим, его военный билет был впоследствии при понятых найден в салоне иномарки, грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 лет, а также штраф от 30 тысяч рублей. Окончательное наказание определит суд. Несоблюдение правил дорожного движения и откровенное игнорирование требований дорожных знаков привело к аварии на перекрестке проспекта Кольский, улиц Беринга и Баумана. После удара один из автомобилей вылетел прямо на остановочный комплекс, где в этот момент находились люди. Только чудом водитель машины смог выровнять траекторию движения, и человеческих жертв удалось избежать. Разгар дня в выходной. Большое количество потенциальных пассажиров на остановке ждут троллейбуса. Движение транспорта оживленное. Светодиодный светофор видно издалека. Однако водитель черного внедорожника марки Porsche все-таки решается на нарушение правил дорожного движения. Он просто не хочет ждать своей очереди для поворота налево в сторону улицы Баумана. Сам момент дорожно-транспортного происшествия зафиксировал видеорегистратор троллейбуса. Рогатый за пару секунд до аварии остановился на светофоре. В вечернее время на перекрестке проспекта Кольского, улиц Баумана и Беринга в городе Мурманске произошло столкновение двух автомобилей, внедорожника Porsche и автомобиля Audi. По предварительным данным, водитель Porsche Cayenne не предоставил преимущество движения автомобилю Audi, в результате чего произошло столкновение указанных транспортных средств. В результате аварии никто не пострадал. При проверке документов сотрудниками полиции было выяснено, что водитель автомобиля Porsche Cayenne был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде.
Водитель внедорожника всячески пытался убедить сотрудников полиции в том, что был прав. И он выехал на перекресток на зеленый сигнал светофора. Однако именно видео с регистратора троллейбуса расставило все точки над «и». После удара «Ауди» отбросило прямо на остановку общественного транспорта, где в тот момент находилось много людей. Однако водитель чудом изменил траекторию поврежденного автомобиля и не заехал на тротуар, тем самым спас жизни многих пешеходов. На этом перекрестке водители стараются повернуть налево со второго ряда. И этот случай – яркий пример того, что так нарушать ПДД дорогого стоит. Всего 17 лет, но уже богатый послужной список административных правонарушений. Среди них управление автомобилем в нетрезвом виде, а также гонки от полицейских. Поздно ночью сотрудникам отдельного батальона ДПС пришлось преследовать «Ладу» 99-й модели. Однако в финале погони водитель выпрыгнул из салона авто, бросив машину и скрылся в близлежащих гаражах. Сотрудники госавтоинспекции проверили гаражный кооператив практически полностью, и вот уже буквально на выезде из него они заметили невысокого молодого человека. Подъехав ближе, сотрудники 3-го взвода отдельного батальона ДПС признали в нем скрывшегося водителя. Все, ничего. Давай. Что бегаешь? Ездить не умеешь, так будешь бегать? Не нужно машину сесть. Нет, в таком виде не можно. Сколько лет полных? 17. 17? Да. Таллин 3.17. Родители где живут? Тулон. При проверке документов выяснилось, автолюбителю еще нет и 18 лет. Но тем не менее в нарушение закона он все-таки сел за руль. На место задержания сотрудники полиции попросили вызвать хоть кого-нибудь из совершеннолетних родственников. Ведь провести освидетельствование можно только в их присутствии. А тест на алкоголь был необходим, так как от водителя сильно пахло спиртным. Лёха, меня поймали. На, тебе скажу, где мы. Ты совсем где мы. Конечно, 18-го, молодой человек, подходите. Алло. Лёха. Лёха, пожалуйста. Скажи, тянусь, пожалуйста. Конечно, 18-го. В итоге на место задержания приехал брат водителя. Тест на алкоголь дал положительный результат. Теперь судьбой нарушителя займется мировой суд. Только вот, скорее всего, наказание в виде штрафа придется выплачивать его родителям. Они вряд ли обрадуются такому подарку от сына. Превышение скорости, резкий маневр, и вот машина уже на крыше. Только чудом водитель остался жив в аварии в районе старого кладбища на Верхнероссинском шоссе. Автолюбитель за рулем «Опеля» не смог нормально войти в поворот. В итоге машина несколько раз перевернулась и застыла на обочине. Свидетелями пируэта этого автолюбителя стали сотрудники вневедомственной охраны. Они сразу же связались с коллегами из отдельного батальона ДПС, а также вызвали на место происшествия карету скорой. Однако водитель в итоге от госпитализации отказался. Когда сотрудники полиции начали общение с автолюбителем, причина происшествия стала ясна сама собой. Мужчина был нетрезв, да к тому же немногословен. Расскажите, как было-то? Превысили скорость и, значит, не справились с управлением. Ну как вообще, то есть, произошло? Как оказались? Почему автомобиль перевернулся? Не справился с управлением. Ну вот так и скажите. А с какой стороны двигались? Откуда ехали? Со стороны города, мусоросжигание. Ну, как все развивалось? Просто расскажите, то есть я же позже приехал, не видел. Зачем? Автомобиль получил серьезные повреждения и восстановлению теперь вряд ли подлежит. Да и водитель запомнит это происшествие надолго. Ведь по закону теперь своих водительских прав он, скорее всего, лишится на срок от 1,5 лет. Еще одно наказание – штраф – будет назначать мировой суд. На минувшей неделе, помимо нарядов ДПС, которые работали в городе в обычном режиме, к поиску нетрезвых водителей подключились дополнительные экипажи полиции. Результат не заставил себя долго ждать. Внушительный список нарушений – управление автомобилем без документов, в нетрезвом состоянии, да к тому же с подложными регистрационными номерами. Эту недавно покрашенную «Ладу» 99-й модели сотрудники ДПС остановили на улице Достоевского. От водителя сильно пахло алкоголем, да и каких-либо документов он тоже предъявить стражам порядка не смог. А ведь если бы такой нарушитель, например, стал виновником аварии, тогда потерпевшей стороне долго бы пришлось выбивать с него компенсацию ущерба. Кроме того, когда сотрудники полиции проверили госномера, которые были установлены на этой «Ладе», оказалось, что по ним числится совсем другая «девятка». Поэтому общение со стражами порядка автолюбителя в ту ночь затянулось на несколько часов. Ответить ему придется по всей строгости закона.
Благодаря грамотной пропаганде и профилактике ситуация на мурманских дорогах улучшается. ДТП с участием детей становится все меньше с каждым месяцем. Несмотря на положительную динамику, сотрудники ГИБДД твердо уверены, останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя. Вот и на минувшей неделе в рамках всероссийской акции «Внимание, дети!» юные мурманчане продемонстрировали тематические видеоролики, в которых показали свой взгляд на тему дорожной безопасности. Ученик 23-й школы Стас Робу – один из авторов, представивших свою работу на 5-м городском фестивале видеосюжетов «Мульт ГАИ». Ролик с интригующим названием «Опасная игра» повествует о том, как детворе выбирать безопасное место для игр с мячом. В свои 11 лет Стас прекрасно понимает, что безответственное отношение к дорожной безопасности может привести к плачевным последствиям. Нельзя играть на дороге, можно попасть под машину. Опасно для жизни это. Продемонстрировать свои мини-фильмы пришли ученики из 5 школ, а всего участников «Мульт ГАИ» было больше 3 десятков. В зрительном зале создали все условия для комфортного просмотра. Современный проектор показывал не только ролики нынешних конкурсантов, но и записи, победившие в прошлых годах. Вначале был показан видеоролик девочки, когда она училась в 1-м классе. Сейчас она уже участница и победительница всероссийских конкурсов «Мульт ГАИ». Дорожные полицейские говорят, пик ДТП с участием детей во время каникул. В предканикулярное время мы обращаем внимание водителей на то, что летом дети очень часто находятся на улице без присмотра и без сопровождения взрослых. Поэтому необходимо соблюдать правила дорожного движения и быть особенно бдительными. От сотрудников ГИБДД Стасу Робу достался сюрприз. Игра-симулятор, в которой нужно преодолеть путь от дома до школы. И пусть его ролик лучшим не стал, зато виртуальный Стас не нарушил ни одного правила и добрался домой целым и невредимым. Шокирующие преступления в Апатитах. Мужчине надоел сильный плач ребенка, и он, видимо, чтобы успокоить девочку, посадил ее на межкомнатную дверь, а потом убрал руки. В итоге ребенок упал с высоты почти 2 метра. На этих кадрах следственного эксперимента главный подозреваемый в жестоком преступлении в деталях рассказывает подробности того вечера. Все события происходили в квартире одного из домов на улице Бредова в городе Апатиты. Жертвой преступления стала девочка, которой еще не исполнилось и 2 лет. Я положил сюда диану и подушку. То есть она, ну, как бы они спали здесь. Вот я сидел здесь за компьютером, она здесь спала. То есть она спала где-то часов до 12, где-то так. Я точно не помню. Вот я встал, я помню, она проснулась, поплакала опять. К преступлению главный подозреваемый подошел с особой жестокостью. Мужчина поднял и усадил девочку на межкомнатную дверь, после чего умышленно убрал руки. Ребенок, естественно, не удержав равновесие, упал на пол с высоты не менее 2 метров. Посадил ее сюда, вот так вот, ну и держал ее. Вроде она чуть-чуть помолчала, потом я одну руку убрал, то есть вообще только одной рукой держал, ну за ручку, то есть ее держал так. Блин. Ну, как-то вот так лежал. Ну, за ручку, то есть, и затянул, чтобы дверь не ездила. После этого мужчина уложил ребенка в детскую кроватку. Однако, услышав вновь детский плач, он снова схватил ребенка и с силой ударил ее грудью о рядом стоящий письменный стол. В результате этих преступных действий подозреваемого девочка получила тяжелые травмы. В настоящее время решается вопрос о том, чтобы мужчину заключить под стражу на время следствия. По закону, если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Мурманские полицейские продолжают ожесточенный бой с незаконным игровым бизнесом. В этот раз слуги закона пришли в одно подпольное казино, а закрыли 2. Сотрудник полиции пришел в заведение под вывеской интернет-кафе на улице Челюскинцев и под видом игрока заказал азартную игру. Проблем не возникло, злоумышленники давно развернули незаконную деятельность с помощью сети интернет. В результате было изъято 17 компьютеров, а администратор клуба задержан. При осмотре места происшествия внимание оперативников привлекла закрытая дверь, ведущая в одно из помещений здания. Администратор сообщил, что за дверью находится ремонтируемое помещение и внутри ничего нет. Однако, когда полицейские открыли дверь в подозрительную подсобку, там обнаружился еще один игровой клуб, на этот раз уже с однорукими бандитами, выполненными при этом кустарным способом из дерева и жестяных коробок. Сотрудниками полиции было изъято 10 игровых аппаратов так называемых одноруких бандитов. В отношении одного из работников клуба был составлен административный протокол. Его ждет денежный штраф, размер которого определит суд. Если вы оказались в спорной ситуации, нуждаетесь в совете специалиста или стали свидетелем аварии, пожаропреступления и сняли происходящее на камеру мобильного телефона, звоните к нам в редакцию по телефону 70 13 70. А я прощаюсь с вами до встречи в следующий вторник. Берегите себя.